И всем привет, с вами я, Супер. И сегодня будет гайд по ошибке Rust. Значит, бесконечная загрузка, вот здесь, значит, такой серый экран и лодинг. У меня такая проблема была, я ее решил очень просто. Вы когда первый раз покупаете, то есть вчера купил, вчера была очень крутая скидка, сейчас я вам покажу. Очень крутая скидка, мне очень понравилась. Сейчас заходим, раз. Смотрите, значит, вниз прокручиваем, значит, я могу написать, но если уж играл 0,4 часа, якобы, ну, да, я играл, но половину времени я тупо загружал бесконечной загрузкой. Вот, значит, кстати, в Steam новое обновление, и у меня показывается моя валюта тенге, а до этого были у меня рубли. Вот, я купил по скидке за 50%, вот, и я очень доволен, да, у моих друзей тоже есть. Окей. Так, назад вернемся. Еще назад. Ну, в библиотеку. Вот наша библиотека. Вы выходите с Rust, значит, ну, вы знаете вот этот обычный Rust. Он сейчас пока мне будет загружаться. Я эту проблему очень просто решил. И вам тоже советую так сделать. Значит, заходите в устройство. Так, вспомнить. Локальные файлы, значит. Да. Так, подождите, еще раз покажу. Свойства, локальные файлы. И нажимайте на кнопочку «Проверить целостность файлов игры». Вот, нажимайте на нее. И у меня, лично у меня, было 200 вроде с чем-то, 240, что ли, мегабайт не скачано. Когда вы в первый раз скачаете раз, у вас такая будет ошибка. Вот. Не знаю, с чем это связано. Может, в других играх то же самое, если у вас бесконечная загрузка. Вы просто заходите в локальные файлы и проверите целостность файлов игры, и у вас будет проверяться и дополнительно качаться те штуки, которые вы не смогли зайти. Сейчас зайдем в Rust, проверим, работает ли это, не знаю, штукенция. Она 100% работает. Сейчас я вам покажу. Устанавливается, значит, DirectX для Windows. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Давайте покажу пока Rust. Сейчас, когда она загрузится полностью, для вас это одна будет секунда, для меня это будет, наверное, пару минут. Так, вот. Так, надеюсь, меня слышно. У меня сейчас один, значит. А, вот, 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 уже зашло. Так, надеюсь, вы слышали меня до этого. Я говорил, значит, лодинг вот здесь, значит. Ну, смайлик у меня не показывался. Тупо серый экран и лодинг написано было. Вот я зашел первый раз в Rust. Да, очень круто. Да, влоги здесь, вот, значит, обновления новенькие. Я очень доволен. Глобально что-то там 950 миллионов. Лол, 950 миллионов, значит, вроде хардидис, я не знаю, что это, фрагментов, бонных фрагментов, а у тебя ноль. Ну, я же бомж, я не играл. Ну, сейчас будем играть, значит, давайте, ой-ой-ой, что-то другое я открыл. Сделаю, значит, язык не английский, не какой-то, да, это вроде английский. Поставлю на русский, жаль, что казахского нет. Еще казахский бы добавил, вообще топчик был бы. Окей, вот, надеюсь, я решил вашу проблему, напишите в комментариях, помогло ли вам, ну и я на этом буду прощаться, и буду играть в Rust. Все, ну, если понравилось, конечно, видео, поставьте лайк, пожалуйста, и подпишитесь на мой канал. Easy, easy, real talk, think about this, man.